Я вижу, я снова вижу глаза твои. Это отражение моей любви. Весь мир превратил я, шутя, в тебя. Ведь я вижу тебя. Глаза, как печи горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. И мне не важно, который день, который час. Время остановилось, есть только небо и свет твоих глаз. Я свободен и счастлив. Пытаются добраться две наземные группы спасателей с проводниками. Для разведки местности используют беспилотники. Добраться по воздуху в данный район невозможно из-за сложного рельефа. Вокруг сопки высотой примерно в 1,5 километра. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Где-то в 18:45 освобожусь и поеду к тебе. Ладно, давай. А какой зал? Хорошо. Ладно, ладно. Окей, давай, увидимся. Пока. И мы сейчас приготовим для вас второй, первый свадебный танец. Просыпайтесь по ночам, вспоминайте. А чтобы приятнее было вспоминать, для вас играет Алексей Пшицев. Давайте поблагодарим его. Спасибо. Спасибо, Алексей. Ну, а у нас свадьба, веселье, танцы. Ну, еще бог знает что.
точно так же слова мои сможет пропеть когда-то каждый. Слова о любви. Я с тобой опять сегодня этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Привет, Бафы! Привет! Как здоровье-то? Да, вот с выступления приехал. Посиди-ка. Ну и чё ты тут? Моя соседка.